ребята, я сегодня вам показываю динамический трек. Да. Ребятки, мы сегодня вам покажем. Вот шарик. Да, динамический лабиринт. У нас такая вот штучка, такая конструкция. Давайте я вам покажу, как это как делать. Это как американская горочка такая, Тимур, да? Да, вот такой подвинем, чтобы ребятки видели. Давай. Шарик поставь и отпускай. Угу. Так оно делается. Да, круто, да? Давай, шарики побольше возьми в ручку, набери, запусти. А я сейчас ребятам буду показывать. Давай. Вот, ребят, смотрите. Я так доставаю. Да, Тимончик так достает. Шарики вот такие, вот тут много шариков. Вот, света. Да, и вот тут такая Клина горочка. Такая есть у вас. Да, горочка вот такая американская. Оп, вот сейчас сюда их Тимур засыпает сверху. И покатит. Ну что, ты все собрал? Да. Ой, еще один. Еще одна осталась. Ага. Ну что, давай, засыпай. Как они круто поехали. О-о-о-о. Круто. Давай еще. Такая интересная игрушечка, ой, да? Она убежала. Да, давай ребяткам покажу, пока шарик покатай. Нет, я этот покажу. Давай, показывай. Молодец. Ребят, смотрите. Вот. Ты из два шарика? Знаешь, как они катаются? Давай, ребят, я вам покажу, да? Как они... Кто первый и кто второй. Вот так чуть-чуть можно повернуть, чтобы ребятам вот отсюда тоже вот так было видно. Давай, запускай. Вот так. Кто первый будет? Чук, ой, как прикольненько. И одну спускаю. Да. Чук-чук. От... Такой вот лабиринт прикольный. Сейчас кто будет первый? Давай, запускай. Угу. Он пока первый. Да, и вот такая будет интересная игрушечка, да, у нас, Тимур? Такой лабиринтик. Давай вам покажу, как я этот. Вот так. Четыре шарика. Давай. Давай. Ну-ка, запусти-ка давай. Застрял? А, там, наверное, в дырочку забились они. Ага. Кто первый? А кто у него первый? Кто первый упал, тот первый приехал. Да. Давай вот еще запустим так. Ой, упала. Упала. Давай. Кто первый? Кто-то упадет, кто-то приехал. Да. Ну, такая игрушечка интересная. А давай я покажу, как я устрою шарики. Ладно. Всем пока. Подписывайтесь на канал Мистю. Ставьте лайки, 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 лайки. Пока, ребята. Пока.